Друзья, приветствую всех. Сегодня будет необычное видео, мотивационное, как старое, доброе. Давно таких не снимал видео. Плюс вы меня часто просите, чтобы я показал вам свой день. В общем, сегодня я вам покажу день миллионера. В общем, ребята, я проснулся в 2 часа дня в Сан-Франциско. Вот такой вот вид за окном. Смотрите, как у них здесь все полностью видно. Так, ребята, вот вода, да, я выпиваю 2 бутылки воды, вот Фиджи. Фиджи – это вода для миллионеров, очень мне нравится вкус этой воды. 2 бутылочки выпил, вот здесь, короче, мои вещи. Так, друзья, я уже проделал свои основные утренние ритуалы, только не поджимался. Вот книга, которую я сейчас читаю, Стивен Кови, «7 навыков высокоэффективных семей». Вот жена читает. Грея, мужчина с Марса, женщина с Венеры. До этого я ее читал, очень крутая книга, ребята, всем советую, это лучшая книга по отношениям. Каждый день я читаю, проделываю аффирмации и читаю статьи. Смотрите, ребята, я сейчас снимаю это видео на iPhone, на свой основной телефон, и у меня есть еще вот мой старый телефон. Здесь на этом телефоне у меня в телеге не подключен основной аккаунт. Здесь у меня аккаунт для роста, для саморазвития, и поэтому я захожу вот с утра, да, с утра очень важно проснуться и сразу же приступить к ритуалам, чтобы тебя ничего не отвлекало, никакие сообщения, поэтому я основной телефон в руки не беру, я беру вот этот телефон. Захожу в телегу и читаю полезные статьи, меня ничего не отвлекает, потому что если я возьму в руки свой основной телефон, там будет куча сообщений. Так, ребята, давайте я сейчас оденусь и продолжим день. Так, каждый день я делаю 70-80 отжиманий. Сегодня сделаю 70, полетели. Все, ребята, сделали. И остался последний утренний ритуал. Это заправить кровать. Ну, здесь я просто одеяло накидываю. Да, дома я каждый день нормально заправляю, красиво. Здесь и в отелях, да. Я просто вот так вот накидываю одеяло. Итак, друзья, вот основные утренние ритуалы. Итак, первый. Аффирмация, потом чтение книги, чтение полезных постов в Телеграме, отжимания, ну и потом заправляю кровать. И так я, ребята, делаю каждый божий день. Не пропустил еще ни одного дня. Каждый божий день я так делаю и хочу так делать на протяжении всей, ребята, жизни. Так, ну идем дальше. Сейчас расскажу, сколько стоит снять такую квартиру в даунтауне, в центре Сан-Франциско. Так, здесь климат-контроль. Здесь машинка и сушка. Так, здесь ванная одна. Ванная комната. И у меня там еще другая. Итак, ребята, вот такая вот квартирка. Стоит 10 тысяч долларов в месяц. Мы ее сняли на 2 недели. Так, любимая ушла в зал, уже приготовила мне завтрак. Сегодня я попросил суп приготовить на завтрак. Ну, как на завтрак? Это завтрак и обед уже у меня, да? Вот, я кушаю 2 раза в день, потому что не ел суп уже, наверное, больше месяца. Так, выходим на балкончик. Погода здесь, конечно, так себе, ребята. Постоянно ветер, туман. Этот туман, кстати, называется Карл. У него есть свой инстаграм. Он постоянный, в общем, житель Сан-Франциско. 200 тысяч подписчиков у этого тумана. И он постоянно затягивает побережье, город. Вот такой вот вид
балкона, 41 этаж, ребята. Видите, здесь у них на крыше вот сады, видите, басики. Вот терраса моего дома. Там есть гриль, тоже зона отдыха, бильярд есть. Видите? Вот такие вот террасы с зеленью. Город, конечно же, очень дорогой, особенно центр, даунтаун. Если вон где-то там снимать квартиру, самую простую обычную квартиру, ее можно снять за 2-3 тысячи долларов. Вообще здесь в Америке как? Здесь очень дорогие услуги, аренда, такси, связь, да, в 5 раз дороже, чем у нас. Но зато здесь очень дешевая техника и дешевые продукты. Вот, например, бананы здесь дешевле, чем у нас, в несколько раз. Айфоны здесь дешевле. Ну, вообще вся техника здесь дешевая. Давайте я вам покажу еще ночной вид. Очень красиво подсвечивается этот мост. Вот, не знаю, видите вы или нет, чилят ребята в джакузи. Так, давайте перейдем в мой кабинет. Так, вот мое рабочее место. Вот такая у меня здесь обстановочка. Вот, видите, валяются носки. Это чистые, чистые носки. Вот мой рюкзак для путешествий, чемодан. Так, вот мое рабочее место. Вот вам мотивация, ребята. Ролексы. Покупал я их за 25 тысяч долларов. Золотые роликсы. Сейчас они стоят 40. Цепь моя. Так, что у меня здесь? Два ноута. Это мой старенький ноут со светящимся яблоком. Моя старенькая мышка, они всегда со мной. Это новый ноут на 2 терабайта, самой последней модели. На нем я монтирую. Здесь уже тяжело на этом монтировать, но все равно это мой любимый ноут, рабочий. Так, это мой список дел на день. В общем, я пишу все в один список. Нет у меня там важные, неважные. В общем, все в один список. Вот команда 30 минут, закрытый канал 2 часа, сценарий Jim Quick, фонд, таблицу дописать, новый пост. Вот так, ребята, я работаю, когда путешествую. Видите, я выделяю время, да, на команду, на закрытый канал. Сейчас я отвечу команде, да, потому что если я вот с утра начну отвечать, да, это застанет меня врасплох, это отнимет очень много времени, и день будет вообще непродуктивный, да. А так, когда я выделяю время, да, я выделяю четко вот полчаса, все, отвечаю, да. Также вот и я работаю в закрытом канале. В общем, вот так, ребята, живет миллионер, видите, занимаясь любимым делом. Это, в принципе, моя самая любимая, да, часть работы, когда я иду сразу же, да, вот в такое окружение. Иду к ребятам, которые из моего окружения, которые разделяют те же ценности, что и у меня. Кстати, когда меня спрашивали, вот, ребята, Тарас, где найти идеальную девушку? В закрытом канале, ребята. Вот там девчонки уже отфильтрованы. Они инвестируют, они читают книги, они медитируют. Так что вот там, ребята, в чатах ищите себе идеальную девушку, которая будет вас поддерживать, мотивировать. А то мне ребята говорят: Тарас, я из-за тебя бросил девушку, потому что она меня не поддерживает. Она целыми днями сидит дома, смотрит сериалы. Мне, конечно же, приятно, но, ребята, так жестко не стоит. Может быть, все-таки получится девушку наставить на правильный путь. Вот такое здесь есть еще на стекле приспособление. Оно на присосках. Говорят, что выдерживает 50 килограмм. Здесь можно работать, ставить сюда ноут. В общем, ребята, о чем я говорил?
Лучшая инвестиция – это инвестиция в окружение. Так что добро пожаловать в закрытый канал. Вот куда вам нужно тратить деньги. Так шутил Маргулан. Знаете, как он шутил? Когда я, покупал его туры, он говорит: «Моя задача – доказать вам, что деньги – это мусор, что деньги нужно тратить на путешествия, на саморазвитие, на окружение, а не на очередные роликсы». Он говорит: «Зачем вам еще одни роликсы, да? Зачем они вам? Лучше отдайте деньги мне». Так и я вам, ребята, говорю: зачем вам очередная бесполезная вещь? Потратьте деньги на закрытый канал, на окружение. Потому что самое главное в жизни это счастье. Продолжал, ребята, и буду продолжать повторять, что каждый из вас должен нести пользу обществу, своей стране. Неважно, где вы находитесь. Каждый день вы должны это делать. И тогда и вы будете счастливы, и люди вокруг вас. В общем, вот такая вот вам, друзья, мотивация от первого лица из Сан-Франциско. Вот для чего нужны деньги. Чтобы быть счастливым и делать счастливыми окружающих. Иначе нахрена вам деньги? Зачем вы тогда зарабатываете, если вы не несете пользу окружающим и сами несчастливы? Вот с помощью вот этого устройства, да, можно зарабатывать миллионы. И ты не привязан к месту. Видите, как круто? Я не привязан к месту. Я вот с помощью вот этой вот штуки могу зарабатывать миллионы долларов. Вот с помощью всего лишь этой штуки, и интернета. И ты можешь работать с любой точки мира. Так, давайте я вам покажу, как у меня здесь все устроено. Все максимально просто. Щетка для обуви. Дезик. Мыло. Нормальное мыло. Простое мыло. Да, в нормальной мыльнице. Не жидкое мыло. Вот. Расческа для бороды. Вот такая. Лучшая расческа для бороды. Паста. И вот такой вот у меня набор для путешествий. Для вынужденных путешествий. Все здесь, видите, тоже щетка, есть расческа, триммер для бороды, тоже здесь есть мыло, палочки, вот. Вот все у меня здесь в одном месте, потому что с этими, переездами батарейки даже есть запасные, вот батарейки запасные. Вот так все просто, ребята. Так, что еще здесь у меня есть? Наушники, самые лучшие наушники, проводные, с которыми вообще никогда нет проблем. Засунул, и все работает, сразу же, моментально. Лучшее подключение, самое быстрое, ребята, подключение. Так, флешки, камера, Сонька для влогов, лучшая камера для влогов, лучшая экшн-камера. Сколько бы GoPro не делали своих камер, они все равно эту камеру не переплюнут. Никто эту камеру не переплюнет. Вот Sony FDR-X3000. Вот. Ручка моя счастливая, покупал ее еще года 3 назад, Паркер за 100 баксов. Помню, так гордился этой ручкой, теперь ее везде с собой вожу. Нож швейцарский, оригинальный швейцарский нож, везде просто меня, ребята, выручает. Здесь есть все необходимое. Так, моя мышка, я уже о ней рассказывал. Самая удобная для меня мышка, микрофон. Спрайт. Здесь, кстати, другой спрайт. Он здесь слаще. И вот в такой оригинальной бутылке. Мой блокнот, в котором я записываю именно долгосрочные цели. В общем, все будет четко. Я, конечно же, очень скучаю за домом, потому что я уже объяснял, путешествовать круто, когда у тебя есть дом, а не когда ты вот живешь на чемоданах. Но где я был бы, да, если бы не возможности, если бы не деньги? Где? Вот. Где я был бы, да, если бы не деньги, если бы не крипта, если бы не кэш? Нужно, кстати, поменять евро. Взял еще с собой евро на всякий случай. Да, где бы я был бы, если бы не полная финансовая свобода? Я бы не смог, во-первых, помогать людям, я бы не смог выделять на благотворительность сотни тысяч долларов, да?
и я бы не смог жить вот жизнью мечты. Ребята, это все жизнь моей мечты, потому что все эти картинки, это картинки из фильмов, которые отложились у меня в памяти, и я себе сказал, что я обязательно буду так жить. И как только я приезжаю, да, вот в какой-то город, вот я приехал в Сан-Франциско, я сразу же хотел снять только такую квартиру, только такую видовую квартиру. Когда я приехал на Golden Gate, на мост, я хотел пойти именно в ту точку, которую я видел в фильмах, которая отложилась у меня в памяти. Я пошел на локацию, так сказать, ребята, своей мечты. Вот эта локация, ребята. Все, ребята, на этом буду прощаться. Завтрак, душ. Кстати, я иду в душ после завтрака. Суп, блин, уже давно остыл, пока я тут ходил. Сейчас подогреем. В общем, друзья, живите жизнью своей мечты. Следуйте за мечтой, потому что жизнь... Что-то я не вовремя, да? Начал мотивацию. Еще раз. Жизнь у вас одна, ребята. И ее не нужно просирать на то, чтобы жить, не знаю, в однушке съемной, ходить на нелюбимую работу. Да, ребята, жизнь вам не для этого дана. Так что действуйте только вперед, тратьте правильно деньги. Закрытый канал, вторая ссылка в описании. Тратьте деньги на окружение, на пользу, на саморазвитие, а не на какую-то бесполезную хрень, а не на какие-то вещи. Еще напомню, что после Нового года цена будет больше $400. Цена, ребята, будет постоянно расти, потому что материалы я постоянно добавляю. Ну и качество людей, конечно же, тоже будет постоянно расти, потому что растет цена. Так, ну и самое главное, забыл сказать. Вот, подписывайтесь на самый лучший телеграм по финансам. Первая ссылка в описании. Ребята, я, блин, для кого стараюсь? Смотрите, 200 лайков на постах по обучению, да, вообще никому, блин, не интересно. Вот что такое фрактал? 363 лайка, да? Вот, рассказал о пирамидах. Дальше. Вот, 500 лайков. Советы о деньгах от легендарных финансистов. Ребята, только польза. Вы просили меня, чтобы я в открытый канал добавил пользу. Вот, польза. Будут также здесь и мои сделки. Вот, что такое арбитраж трафика. Что такое кастодиальные и некастодиальные кошельки криптовалютные. Также здесь будет вся информация о встречах. Кстати, ребята, следующая встреча будет в Лос-Анджелесе. Я здесь еще, кстати, сколько мы еще здесь? Буду 2 дня, да. Я здесь еще, ребята, 2 дня и все. И дальше едем в LA. В общем, друзья, подписывайтесь. Вот что такое волатильность. Многие ребята вот этого всего не знают, да. Также здесь есть мои посты. Вот мой кейс по распределению капитала. Ребята, весь мой капитал. Вот где у меня деньги. Вот куда я инвестирую. Смотрите. Вот, кстати, роликсы, да, это passion investment, да. Это вот предметы роскоши. Это тоже инвестиции, да. Потому что я купил их за 25, а сейчас они $40,000 стоят. В общем, ребята, я все пишу. Вот, можете, да, по хэштегам определять, нажимать на хэштеги, читать, например, только мои посты или читать только посты по финансовой грамотности. Ребята, еще раз подчеркиваю, это лучший телеграм-канал по обучению, так что подписывайтесь, первая ссылка в описании. Все, друзья, прощаюсь, как старые добрые, одел роликсы, взял котлету в руки, вот такой вот вид, вот вам мотивация. Ребята, это не та мотивация, которая в клипах у рэперов, там где шлюхи, тачки, наркота. У рэперов мотивация прожигать жизнь. Да, у них яркая жизнь, там тоже роликсы, деньги, но это пустая жизнь. Яркая, но пустая потребительская жизнь. Счастьем там даже и не пахнет. Мы едем в Дубае в тачке, которая стоит 35 миллионов рублей. У нас дохера денег. Мы едем, мы вроде успешные для своего возраста, там, нам по 27 лет, и мы реально успешные ребята, но пиздец, какие несчастливые и одинокие. А у меня, ребята, другая мотивация. Мотивация жить жизнью своей мечты и нести пользу окружающим. Вот вам, ребята, мотивация. И вот тогда я вам гарантирую, вы будете счастливы. Огромное спасибо всем за просмотр. Обязательно, ребята, поставьте этому видео лайк. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Всем больших денег, счастья, любви. Пока.